деревне Марусино продолжается строительство пристройки к школе. Она рассчитана на 400 мест. Ее возведение идет в рамках проекта «Образование». Ввод пристройки в эксплуатацию позволит всем школьникам из Марусино и ближайших населенных пунктов учиться в одну смену. На строительном объекте побывал Владимир Ружицкий. По графику этой пристройки уже должен быть построен четвертый этаж, но обстоятельства сложились иначе. Из-за перевахтовки, когда одни строители уехали, а другие еще не приехали, произошел простой. Внесла коррективы и морозная погода. Прогрев бетона, это сроки замедляет тоже. Это не сутки, двое, допустим, до трое суток ходил на прогреве, потому что морозы больше 20 градусов были. Сейчас отставание от графика составляет около месяца. По словам строителей, наверстать его по силам. Несколько дней назад на стройку зашли еще две подрядные организации. В ближайшее время они начнут заливку стен. Работать будут в две смены. Параллельно ведется прокладка наружных сетей, канализации и водопровода. Я не вижу здесь больших проблем, потому что здесь пристройка нужна. Я ставлю задачу, по крайней мере, к 1 сентября школу запустить, хотя у нас по всем договорам соглашения мы школу должны сдать к концу декабря месяца. Но к концу декабря месяца это поздно, я даю себе отчет. Во время оперативного совещания с подрядчиками Владимир Ружицкий дал поручение строителям в кратчайшие сроки войти в график. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.